Представить вам Сманова Гульнара, Казахстан. Гульнара. Добрый день. Я приветствую всех участников бизнес-интенсива. Меня зовут Сманова Гульнара, мне 58 лет, я из Алматы, Казахстан. Я пришла на проект «Концепцию здоровья», потому что состояла 3 года на учебе. Естественно, диагноз гипотиреоз, естественно, это прием гормональных препаратов, что привел к росту, увеличению веса, росту артериального давления, естественно, сахара в крови. Также я аллергик на 20 наименований антибиотиков. Меня не принимало, чтобы попасть к врачу, это были сплошные сложности. А также, вы знаете, у меня химическая аллергия. Для любой женщины, конечно, это очень важно, салоны красоты. Но я за неделю до того, чтобы покрасить голову, принимала. Естественно, неделю после этого я еще дальше продолжала принимать препараты. Сложно было мне даже пищевая аллергия. Я не могла есть ни цитрусовые, ни киви, ни ананасы. Но благодаря этой программе за 90 дней меня буквально 3 недели тому назад сняли с учета по гипотиреозу. И в этом году я насладилась вкусом всех фруктов, которые есть в нашем регионе. Я, конечно, бесконечно благодарна этому проекту. Я благодарна с тем, что я познакомилась с продукцией «Коралловый клуб» и шикарные результаты. А бонусом для меня было это уменьшение веса на 8 килограмм и в объемах 50 сантиметров к омоложению, что приводит в восторг мою семью и мое окружение. Конечно, я рекомендую всем участникам пройти эту программу «Концепции здоровья», чтобы получить свои собственные восхитительные. Спасибо большое, Марин. Спасибо, Гульнара. Вы знаете, вот для чего нужен чат результатов, куда мы помещаем все вот эти фотографии до и после? Просто люди, когда смотрят вот эти вот результаты фотографий до и после, говорят, ну это фотошоп, это вообще такого не может быть. Оказывается, может. Вы же видите, как поменялась Гульнара. Ну, настолько... иногда даже смотришь на фотографию и думаешь, вот мама и дочь. Спасибо, Гульнара. Следующий результат хочу представить. Это...